Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал. У нас катастрофа, линяет Ева. Это стандартная линька далматина. Это налетает только за примерно день. И это только как бы кажется, что это убрано. На самом деле ничего не убрано. В общем, собака перманентно летит и очень сильно линяет. В таком случае вас может спасти такая специальная расческа. Я вставлю фото, я сейчас ее пыталась быстро найти, у меня не получилось. Значит, конечно же, витамины, конечно же, вычесывание ее на улице, даже не важно, что сейчас еще прохладный февраль. То ли у нее сбой какой-то гормональный, то ли она весну раньше времени почувствовала. Такое бывает. Вот такая адовая линька у нее второй раз в жизни, хотя в апреле ей 10 лет. Вот в данный момент она просто адовая. Вот таких кучек сейчас по дому примерно 8 штук. Это при том, что рядом вот все вот так. Это можно просто пылесосить и прибирать вообще просто не разгибаясь, и все равно это будет не идеально. Вот, поэтому как бы это еще одно из объяснений, почему я люблю серую одежду, потому что на ней не так вот это все видно. В общем, пожелайте мне удачи в бою с этой шерстью и поехали дальше. Итак, что же мы делаем и как мы с этим боремся? Вот такие витамины. Ищите с омега-3, потому что именно омега-3 отвечает за здоровье кожи животного. Вот это витамины, они идут и для кошек, и собак. То есть кошечкам даю его по одной, собачке там несколько штучек, потому что ну, ей реально это необходимо. Вот такие липкие ролики, это я покупала очень давно в фикс-прайсе. Может быть, даже в 2014 году, он пока в порядке. Вот такую расческу должен иметь каждый хозяин далматина. Вы видите, да, как в ней застревает шерсть. Правда, это потом вообще в такую опушку превращается, когда вы конкретно там чешете собаку. И, в общем, плюс еще резиновая швабра. Я вставлю, как она выглядит. Это вам позволит как-то бороться с шерстью. И не давайте шансов шерсти, потому что если ваш носок, ваша перчатка, ваши колготки случайно попадут на пол, проще будет эту вещь выбросить, чем очистить. Это я вам точно говорю, как хозяин далматина уже в течение, в апреле, повторяю, будет как 10 лет. Значит, сейчас у Евы начались проблемы со здоровьем, это, разумеется, понятно уже просто, да, многие породистые животные, они просто до этого возраста не доживают, поэтому, в принципе, если вас интересует, как Ева носится, как стрекоза вообще, там, и больше 3 лет ей на вид никто не дает, вы также можете спросить меня, как мне это удается, потому что моя породистая русская голубая кошечка скоро будет отмечать 13 или даже 14-летие. Она тоже породистая. Поэтому, если вам интересно, что я делаю со своими животными, как продлеваю им жизнь, подписывайтесь и задавайте вопросы. Меня зовут Ольга Швец, я живу в городе Ангарск. Всем всего хорошего, пока.